Всем привет, мои хорошие! Я получила заказик Faberlic, и мне уже не терпится его рассмотреть. Кое-что очень интересное я заказала, прям мне любопытно. Кое-что новое появилось, новиночки. Вот, ну и сейчас давайте посмотрим. Девочки, из новиночек появились вот такие средства японские для волос. Они есть там для разных типов волос. Но что меня заинтересовало, я выбрала себе восстанавливающий, очищающий кондиционер для всех типов волос. Лотос. То есть его можно использовать вместо шампуня, хотя это кондиционер для волос, но он очищающий. И, в общем-то, мне его очень хочется протестировать, но тестировать я его буду не сегодня, поэтому во влоге вы увидите, как я его тестирую. И еще, девочки, что меня очень сильно заинтересовало, крем для лица вот такой вот. Крем для лица, эффект фотошопа. То есть, я так понимаю, это крем. Ну, тут написано суперсредство для качественных селфи без ретуши и фильтров. Словно ластик за одну секунду стирает морщинки, маскирует расширенные поры и прочие несовершенства кожи. Мгновенно выравнивает тон кожи, придает и гладкость, и бархатистость. При том, что не забивает поры, в общем, как тут пишут, не придает эффект маски. Можно наносить на дневной крем. Мне прям хочется сейчас вот это дело протестировать. Я специально не наносила никакую тоналку сейчас, для того, чтобы увидеть эффект, какой будет. Вот так выглядит крем. Так, зеркальце у меня тут есть. Подберем чуть-чуть волосики. Так, вот такой вот здесь как дозатор. Крем, он светленький. Ну, посмотрим сейчас, посмотрим. Скроет ли он мои несовершенства? Нет, девочки, этот крем не тональный. Если, конечно, кожа нормальная, без прыщичков, то, возможно, он там и сравняет. То есть, я так понимаю, он имеет как эффект отражения световое. Таким вот образом он как бы должен работать, этот крем. Но те прыщички, которые есть, он их не закрывает. Так, вытрем ручки. В общем, хочу сказать, вот если прыщиков нету, то крем хороший. Да, он как бы так выравнивает цвет. Но а если какой-то прыщик, то его нужно, конечно... Ну, кстати, для этого есть средство СОС, называется. Оно как цвет тоналки, но скрывает прыщички. Вот такой вот крем СОС, девочки, у меня есть от Faberlic. Видно или нет? И вот этот вот кремушек, он спасает. Если вы тоналка не, допустим, не хотите красить лицо, но вам нужно там какие-то прыщички скрыть, то, в общем-то, вот так вот легко они вот скрываются. Какие-то такие точечки. Можно вот так вот скрыть. Все, скрыла. Так, поехали дальше, девчата. Снимаю я ободок. Все, губки подкрасила. Теперь красавишна. Красавишна просто. Так, ну что еще тут хорошего, в общем-то, я заказала, да?
Девочки, заказала я спрей антиналет для ванны и душевых кабин. Вот такой спрей я уже как-то тестировала у дочки еще на той квартире. Ванну чистили, и очень хорошо помогает снимать налет ванны, душевые кабины, стенки, кафель, унитаз. В общем, все очень хорошо попшикал. Запах такой приятный, запах сирени. Но запах очень сильный, поэтому лучше, конечно, закрыть дыхательные пути, пока вы пшикаете. И, в общем, минут 5 подержать и потом смывать. Все очень хорошо отмывается. И это я уже приобрела для сына и невестки. По их просьбе им такое дело в душевой кабине нужно. Дальше, девочки, я вот заказала вот такой вот гель для душа. Мне очень понравился. Я брала только здесь Австралия написано. Я брала что-то другое, розовенький такой был. Но вот такой гель для душа мне очень понравился. Во-первых, он очень хорошо распенивается с первого раза. Прям очень хорошо наносится, хорошо смывается. Отличный. И он недорого стоит. И в то же время вот его много. И пахнет он хорошо разными цветочками. Их там разные. Разные они есть. Ну, в общем, я взяла повторно, потому что понравилось мне это дело. Дальше, девочки. У моей же дочки появилась новая кухня. В общем, установили кухню. Теперь-то посуду всякую приобретаем новую. И вот этот тендерайзер, который я вам показывала в прошлый раз, по-моему. Я купила тогда себе, а сейчас я его уже купила для дочки, потому что отбивные я у нее буду готовить, потому что я отбивные люблю, и чтобы там сильно не стучать, и быстро, удобно. В общем, я уже оттестировала у себя, протестировала, мне понравилось. И вот такой вот как подарок, опять-таки, к новой кухне, к новоселью добавляется туда подарок. Этот тендерайзер нужен мне. Я буду им пользоваться. Для сына и невестки я еще заказала стиральный порошок. Faberlic. Концентрированный стиральный порошок для цветных тканей и для светлых тканей. Такой порошок я уже брала. Брала для себя и для них тоже брала. В общем, порошок очень нравится. Мы с семьей этим порошком пользуемся. И, в общем-то, я уже беру повторно такой порошок. Ну, для порошка вот прилагается еще две такие мерные ложечки. Еще я взяла, девочки, мыло для кухни, устраняющее запахи. Мыло очень мне нравится. Вот здесь запах яблока, здесь аромат орхидеи. Я таким мылом пользуюсь, мне оно нравится именно тем, что вот особенно когда рыбу вы чистите, ножик, какие-то инструменты, доска, в общем, рыба, те предметы, которые воняют, очень хорошо устраняет запах рыбы. Ну и вообще, те предметы посуды или стола, или что-то, которые имеют запах какой-нибудь посторонний, неприятный, очень хорошо устраняют вот эти запахи. И очень приятные такие вот запахи, вот эти вот мыло для кухни. Ну, я взяла два разные. Один подарю сыну с невесткой, а другой подарю дочке. У меня еще есть, я еще продолжаю пользоваться. Дальше, девочки, я взяла крем-мыло для рук. Взяла тоже два разных. Одно увлажняющее, другое питательное. Увлажняющее это с кокосом. Питательное оно идет с миндальным молочком. Очень хороший крем-мыло вот это вот для рук. Потому что защищает руки, в то же время
моет руки, в то же время защищает руки, чтобы они не сохли. Вот, ну, одно я подарю, другое ставлю себе. Также я взяла еще бальзам для рук, интенсивное восстановление. Бальзамчик такой у меня есть. Этот бальзамчик я подарю своей невестке. Очень хорошие, кстати, вот эти вот про руки средства. Я их брала разные, все их перепробовала, они мне все нравятся, но я их чередую. Поэтому я решила сделать подарок своей невестке. Кое-что, девочки, я беру на бонусы. Потому что, когда вы делаете покупки, у вас там появляются бонусы, они скапливаются. И потом уже там есть бонусная программа. И вы выбираете уже какие-то вот себе такие подарочки, которые уже вам бесплатно, в общем, достаются там по 1 рублю. Поэтому вот я иногда беру такие вот вещи. Ампульный концентрат для волос я всегда добавляю в краску для волос. И вот сейчас я взяла для возрастных волос, для окрашенных, блондированных волос. В общем, беру постоянно их, мне это нравится. Девочки, еще иногда я беру вот такие вот саше для белья. Они у меня висят в шкафу, и вот, чтобы в шкафу был приятный запах. Они есть разных там запахов, но вот запах цветов мне нравится, цветочный вальс, и вот я взяла их 3 штучки. Ну, 2 штучки я оставлю себе, 1 на подарочек будет. Девочки, и еще я взяла вот такие вот масочки для лица. Это тканевые маски. 1 маска витамин С и 2 масочки с гиалуроном. 1 масочку также я подарю своей невестке. Масочки мне нравятся, очень приятные масочки, они, в общем-то, недорого стоят, я считаю. И вот иногда, конечно, масочки эти нужно применять, за лицом нужно ухаживать, чтобы выглядеть прекрасно и молодо. Вот, ну и все, мои хорошие девочки, вот и новый каталожик Faberlic, это уже каталог 13. Каталог я люблю в бумажном варианте всегда листать, потому что здесь... Есть картинки, описания. Ну, в общем, интересно полистать каталожик. И я люблю выбирать, собственно, из каталога. Мне так удобнее. Вот, поэтому вот так, девочки мои хорошие. Как вам, кстати, такая губная помада? Это помада и карандаш тоже от Faberlic. Покажу вам, если что. Помада номер 40620. Вот такая вот она. И карандаш. Карандаш натуральный 43084. Вот такой. Он выдвигается. Ну вот и все, мои хорошие. Все показала, что хотела. Кому что-то из товара понравилось, кому что-то нужно, ссылочку на Faberlic я оставлю внизу в описании. Заходите, выбирайте. Хорошие скидочки, хорошие акции и хорошее качество. На этом я хочу свое видео закончить, девочки. Кому видео понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. И до новых встреч. Пока-пока!